Долговязы. Свяжут сегодня жука. Федю. Крепим монтажку. Крепим яйцеклад. Заливаем гель-лаком это дело. Подсушиваем. Крепим нашу спинку из фетра. Крепить начинаем от начала тела. Крепим фонсеку. Следующий идет конский волос. Вожжи Мадера Аэрофил. Маленько подровняем тело. Формируем
основное. Туловище нашего Феди. Сформировали, закрепили. Крепим нашу спинку. Лишнее обрезали, хорошо закрепили. Монтажка больше нам не нужна. Ну и все. Начинаю формировать сегментацию, притягивая вожжи. Так, первый оборот под яйцекладом, второй уже с вожжой. Ну, поехали так, примерно с одинаковым шагом. Вот же пропускаем на границе нашего панциря четко. Головка у нас будет full orange. Крепим волос. Лишнее обрезаем. Вожжи отводим назад и тоже обрезаем. Формируем головочку нашу. Хакал, коричневое перо, бородки не убираем, крепим внутренней частью голове и
Два оборота дадим. Контрольный узелок. Или как еще? Финишный узел. Маленько чесанем это дело липучечкой. Ну вот, как-то так. Не забываем лакировать головку. Хорошо, что пропиталась она. Ничего у нас не поразбивается. Вот такой вот жук Федя. Ну, это немецкий брат Феди, Фриц.